дорогие друзья! Рады видеть вас на ежегодной конференции в Удалине. И по традиции начнем с приветственного слова директора по развитию сети Ирены Лукияновой. Наверное, тут у нас есть люди, которые первый раз на мероприятии, так? Да.
кто это? Помаши. Вот. Наверняка вам лидеры говорили, что на мероприятиях рождаются новые лидеры. Поверьте, это правда. На мероприятиях рождаются новые лидеры, а на больших мероприятиях большие лидеры. И я вам всем желаю, чтобы эта мечта, наша общая, исполнилась. Ждет. Сегодня и завтра мы погрузимся с вами в атмосферу уникальных событий. Такого в компании еще не было. На одной сцене вы увидите, вы услышите новости компании о новинках, о бизнесе, бизнес-инструментах. И самое интересное, это будет спектакль «Непридуманные истории», где каждый лидер поделится с вами своим внутренним, трепетный, честный и очень заряжающий историей. Поверьте, это не оставит вас равнодушными. Мы решили не разделять эти два мероприятия. Почему? Потому что все, что свершилось 5, 10, 15, 25 лет назад, это, ну, так скажем, момент, который был в жизни наших лидеров, в судьбе нашей компании. Это все взаимосвязано. Поверьте, мы едины. И именно то, что было тогда и на протяжении всех этих лет, привело нас сегодня с вами к успеху нашей компании. Итак, конференцию «Фаберлик 2023» считаю открытой.